Региональный образовательный проект «Школа глав» продолжит работать на постоянной основе. Цель прежняя – профессиональная подготовка и переподготовка муниципальных служащих и тех, кто готовится встать на этот путь. Первый набор «Школы глав» начался в марте. Участие приняли 103 управленца, но в финал вышли только 18. Учтены результаты персональных собеседований, лидерские качества, адекватность самооценки и желание развиваться. Состоялась защита проектов. Конкурсная комиссия, состоящая из знаковых в регионе специалистов по экономике и глав муниципальных образований, признала 9 человек суперфиналистами. Программа обучения также предусматривала подготовку в сфере финансовой грамотности и цифровых технологий. Привлекались региональные и федеральные эксперты.